Вот эта вот штука стоит 30 тысяч рублей. Ребят, это очень много на самом деле. Однозначно, я это покупать не буду. Я пока что еще не знаю, что это. Особая акция, осталось у нас уже меньше минуты. Чего? Смотрите, у нас осталось пару секунд. Как это? Давайте я сейчас нажму на нее. Так, здесь вот нас кинуло на Pay Market. И, короче, сразу же здесь начал писаться какой-то страшный текст. Но, опять же, вот вы сейчас сами все прекрасно видите. Опять же, ребят, не буду делать пока посмешных выводов. Давайте я сейчас просто это закрою. Раз. Два. Пожелайте мне удачи, ребята. Три. И все, нажал. Так. Чё? А чё за звуки? Так, глаза не открываю, чё за звуки? Чего? Блин, ребят. Всем привет, дорогие друзья, с вами сейчас Деп, и я хочу начать это видео с того, что у нас не так давно вышло новое обновление в Бравле. Я думаю, вы уже все об этом знаете. Как видите, оно у меня не скачано, потому что кнопка обновить у меня горит активной, но почему же я его не скачал еще? Смотрите, в общем-то, я начал, ну как будто решил посмотреть, что здесь нового добавили, да, то есть вот я вижу здесь новый хроматический боец Вова в Брау Пассе платном получается. Ну, Брау Толк, я сразу скажу, я не смотрел, потому что у меня как-то времени не было, то есть я его пропустил, и вот как раз-таки в связи с этим я решил посмотреть это здесь, то есть на странице Play Market, что же здесь добавили. Вот смотрите, я прямо сейчас при вас нажимаю вот сюда, что нового. То есть здесь я вижу вот новый хроматический боец Вова, новые скины, игровая среда, и вот что нам нужно. Смотрите, самый страшный сезон уже на подходе. Снова празднуем Хэллоуин, новые старые сезонные скины, и вот третий пункт, то есть новый суперсекретный боец. И я, короче, не понял, что за суперсекретный боец, потому что я спросил у своих друзей, то есть я им эту фотку скинул, этот скриншот, они мне сказали, типа, ты что, над нами прикалываешься, у нас такого нет, типа, ты приколист и вся такая фигня. Хотя я на самом деле не прикалываюсь, то есть реально у меня вот здесь такой пункт есть, я не шучу, он реально здесь есть, ну, в принципе, сами все видите. И сейчас я хочу зайти в Брау, то есть я при вас, опять же, скачаю эту обнову и посмотрим, что же за суперсекретный боец у нас появился в Брауле, потому что, ну, никто мне не верит, серьезно. Вот Вова добавлено, да, это вот я видел сам в видосах, да. А вот что за суперсекретный боец, я не знаю. Давайте прямо сейчас я все-таки качну эту обнову. Я не знаю, сколько она весит, надеюсь, немного. А мы зайдем в Бравл и посмотрим. Возможно, он будет в бойцах. Там мы сможем его как-то открыть. Возможно, купить за гемы. Я не знаю. То есть мы сейчас опять же это все проверим. В общем-то, друзья, пока я скачиваю эту обнову, пожалуйста, хочу вас попросить поставить лайкосики под это видео. Мне кажется, будет очень интересно. Два самых лучших комментария вы сейчас прям видите вот здесь снизу. Если именно ты смотришь это видео и хочешь попасть в следующее видео, как вот эти подписчики из прошлого ролика, то просто пиши как можно больше комментариев под этим видео. Все, у меня уже обнова скачалась. Давайте я прямо сейчас нажимаю кнопку «Играть», и мы заходим в Бравл. Сейчас посмотрим, что же там за обнова у меня такая вышла. Только у меня, как бы, да, эксклюзивно, как все говорят. Сейчас мы посмотрим. Вот, все, игра запускается. Итак, ребята, я уже зашел в Бравл. Давайте сейчас смотреть, а что же нового у нас здесь вели разработчики. Смотрите, зайду в новости. Наверное, здесь что-то должно быть написано об этом обновлении новом, да? Никаких новостей об секретном бравлере я, если честно, не вижу. Но вы сами видели, у меня это было написано. Неужели это просто, ну, какой-то троллинг, только от кого, опять же. Я не знаю, ребят, но я вам уже все, в принципе, показал, что там что-то было у меня. Давайте изучать, сейчас я задам магаз. Чего? Особая акция? Знак вопроса на черном фоне? Вы посмотрите, сколько это стоит, 6000 гемов, это какой-то рандом, ты типа, это какой-то рандомный бравлер на него падает или чё? Вот эта вот штука стоит 30 тысяч рублей, ребят, это очень много на самом деле, однозначно я это покупать не буду, я пока что еще не знаю, что это, особая акция, осталось у нас уже меньше минуты, чего, смотрите, у нас осталось пару секунд, как это? Давайте я сейчас нажму на нее. Так, я нажимаю, подтвердить покупку. Опять же, вот 6666 гемов. Давайте я вот сейчас сюда нажму, чтобы как-то это рассмотреть более подробно. Откройте нового секретного бойца в сундуках с шансом выпадения 0 целых. И там вообще каких-то 245. То есть, это вообще
То есть, ну, шанс настолько маленький, меньше, чем у Леги, да, насколько я понимаю. Откройте новый. Ну, кстати, смотрите, реально, новый секретный боец все-таки есть в Бравле. То, что было написано у меня по маркете, ну, не прикол. Вот, да, то есть, откройте нового секретного бойца. Получается, он реально в Бравле у меня есть. А, сейчас я еще зайду в бойцы и чекну, как он выглядит хотя бы. Но почему-то знак вопроса. Я вот этого момента не понимаю. Ну, то здесь, благо, я вижу, что он здесь есть. И видите, в сундуках можно выбить. А можно купить за 30 тысяч рублей. То есть, если, опять же, кому лень выбивать. Но у меня, благо, на моем втором аккаунте, вот на котором я сейчас нахожусь, много сундуков. Шанс выпадения у нас, я думаю, большой. Очень много сундуков я здесь накопил. Но выглядит он очень крипово, только гляньте. Ну, то есть, не то, что крипово, больше непонятно. Я просто не понимаю, что за секретный боец. Но, ребят, опять же, если мы сегодня не выбьем вот этого бойца из сундуков, то я задоначу. То есть я задоначу на Brawl Pass, возможно, на сундуки, то есть на мега ящики. Я именно хочу получить его не за донат, то есть вот не просто его купить тупо, этого бойца, а хочу именно выбить. Посмотреть, как он выпадет, что нам выпадет, я потому что не уверен. Давайте сейчас зайдем в бойцы, в принципе, посмотрим, как он выглядит здесь. Кстати, смотрите, что странно, 52 бойца здесь. А почему 52 бойца? 52 живого вроде была добавлена. Почему 52, я не понимаю, кстати, ребят. Серьезно, не понимаю этого. Разве 52 живого? Как это? Он типа не показывается здесь? Стойте, я не понимаю. Ну, он типа супер секретный какой-то был написано. Так, не разблокированные бойцы. По сути, он должен быть здесь. И у нас, потому что он не открыт. Итак, вот Вова. Стойте, а его нету здесь? Серьезно? То есть 52 бойца, его и здесь нету? Вот, ребят, никакого супер секретного бойца здесь нету. Да, вот Лова добавлено, я это вижу прекрасно. Но этого бойца здесь нету. Странно, вообще его реально ли выбить из сундуков? Я думаю, что в принципе выбить мы его должны. У меня здесь очень много сундуков, смотрите. То есть вот 7-й сезон сейчас. Сейчас вообще вот 9-й, то есть 8-й сезон у нас еще есть. В крайнем случае я куплю Brawl Pass, потом куплю мега ящики, так что выбить мы его должны. Но почему у меня его нету в бойцах, я не понимаю. Видимо, он слишком секретный какой-то, что он не показывается там. Но сейчас мы опять же проверим. Давайте я начну открывать. Очень радует то, что я в свое время копил сундуки, и видите, не зря. То есть, серьезно, я копил, и вот сейчас они пригодились. То есть вышел какой-то супер секретный боец, которого нету в бойцах. Это очень странно. Прошу вас, пожалуйста, поддержите меня лайкосиком. Я надеюсь, ролик получится очень интересным. И надеюсь, что мы его откроем. Я буду вам очень сильно благодарен, кто поставит лайкосики. А кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Здесь, потому что в дальнейшем будут ролики все интереснее и интереснее. Мега ящики по традиции мы оставляем наконец, потому что в принципе они самые везучие, да, то есть и вот в конце мы как раз таки их откроем. Сейчас пока мы просто вскроем большие ящики, обычные. Ребят, напишите прямо сейчас свое мнение в комментариях, как вы думаете, выпадет ли нам этот вот новый секретный боец, и вообще существует ли он у вас, я не знаю, я серьезно не знаю. Но будет очень круто, если что-то у меня эксклюзивное какое-то. Слушайте, а может быть это для ютуберов что-то сделали обновление какое-то, я не знаю. Но опять же, я роликов на ютубе от других блогеров не видел по какому-то секретному бойцу. Так, а здесь мы открыли, кстати. А, ну здесь надо все открыть, чтобы меня на 8-й сезон кинуло. Все, я понял. Короче, мега ящики придется сейчас открыть. Так, все, мега ящики. Опа, сходу 6 предметов. Слушайте, а вдруг это он? Реально, 6 предметов сходу, чего? У нас на этом маке много бойцов не открыто. Да, очень много, я бы сказал. А прикиньте, сейчас выпадет вот этот секретный боец. Блин, я не знаю даже, как на него реагировать, потому что нам даже не сказали его название. То есть вот там было сверху написано, что вышел новый хроматический боец Лола. У этого бойца нету даже имени. То есть нам его не назвали. Он, ну, в принципе, он на то супер секретный, да, как они написали. Давайте я открою. О, мистер Пи, чего у нас мистера Пи не было? Слушайте, ну круто, мифик, это очень радует. Давайте. Здесь 5 предметов, ну окей. Слушайте, первый же мега ящик и уже новый боец, это круто. Но все-таки хотелось бы выбить вот этого бойца, который как раз таки... Ну, о, опять 6 этих было. Я надеюсь, вы видели, ребята, опять было 6 предметов. Блин, неужели у нас этот аккаунт настолько везучий? Прикиньте, прямо сейчас его выбьем. Я, кстати, не знаю, в принципе, у нас он в каждом сундуке может быть, но шансы на него там были что-то 0, вообще там
200 каких-то там 10-тысячных, я не знаю, или 100-тысячных, я не знаю. Ну, это вообще шанс там меньше, чем у Леги в 100 раз. Итак, осталось предметов. Ну, давайте опять же мы откроем, ребятки, ставьте лайкосики, чтобы мы открыли этого супер бойца. О, смотрите, нам выпадает еще и Белль хроматическая. Круто. Да, это круто. Мы уже открыли 3 мега ящика и в 3 мега ящиках, ну, то есть, ну, в 2 из 3... нам уже выпали новые бойцы. Здесь нам ничего не падает. Но уже очень хорошо, в принципе, идет. Опять 6 было. Блин, я уже пролистываю. Опять было 6. Неужели мы сейчас выбьем опять кого-то? Чего? У нас бравлер за бравлером падают. Неужели на эпик такие большие шансы, кстати? Так, а сейчас нас на 8 сезон кидает. Правильно я понимаю? Смотрите. Да, 8 сезон, вот, 8 сезон, здесь у нас Бравлер Эш, и здесь у нас открыто до конца, да, смотрите, и здесь 50, офигеть, у нас сундуков, ребята, вообще офигеть, вы видели? В принципе, очень полно сундуков, это меня очень сильно радует, короче, ребят, давайте открывать, надо, в принципе, быстренько открывать. Стойте, у меня что-то подлагивает. А чё мне так лагает? Ребят, никогда не лагал на открытии сундуков, а чё мне так лагает, алё? Вы посмотрите, что происходит. Ну, я, конечно, открывать могу сквозь эти лаги, а что так лагает, ребят? Никогда не лагало, повторюсь, на открытии сундуков. Никогда. Ладно, там, да, запустить какую-то требовательную игру, но я сейчас открываю сундуки в Бравле. Почему меня лагает? Чего? И причем лагает очень сильно. Очень сильно лагает. Я не знаю даже, что делать. А как с этими лагами что-то мне открывать? Чего? А, вот отвисло, смотрите, то есть я вот открыл вот эти сундуки. Давайте мега ящики сразу тоже открывать, наверное. Хотя, нет, вот сейчас мы мега ящики наконец давайте оставим. Да, вот сейчас наконец. Ребята, хочу вам сказать, что разработчики в этот раз как никогда меня удивили. То есть вот никогда таких обновлений у них не было. То есть вот сейчас мне реально интересно, потому что вышел бравлер, да? А мы не знаем, ну что это за бравлер, это круто. Серьезно, они даже в бойцы его специально не добавили, чтобы я до конца держал интригу. И это круто. Ребята, я очень сильно надеюсь, что хотя бы это обновление вели разработчики Brawl Stars. То есть, потому что я думаю, вы знаете по моим роликам, что меня очень часто достают вот именно, так скажем, злые, да, злая сторона Brawl Stars, то есть Darknet. Очень часто они меня достают. И я вот сейчас, опять же, не знаю, возможно, это очередная выходка, но дело в том, что... Darknet вроде бы ни разу еще не взламывали Playmarket, то есть я вот из-за этого пока еще не знаю, как бы, кто это все делает, и я очень сильно надеюсь, что все-таки это все делает, ну, сделали именно разработчики целенаправленно, но почему-то все мне говорят, что такого нету, то есть в игре. Вот это вот меня очень сильно смутило. Я, конечно, вот комменты после этого ролика почитаю, чтобы точно понять, это только у меня было все, или типа это все сейчас у всех, и просто никто видео об этом не снимает из блогеров. Так, а мы, тем не менее, уже открываем 47 уровень, то есть у нас, в принципе, сколько здесь остается? У нас здесь... А, до скольки здесь уровни? До 80? А, до 70. Чего? Нас опять скинуло на страницу Playmarket, посмотрите. А как так? Я Бравл не закрывал. Стойте. Нас опять скинуло на страницу Playmarket, а зачем? Точнее, как? Как? В смысле, я сундуки же открывал, я не мог никак случайно. Ребят, я сейчас нажал что нового? Чё за жесть? Вы гляньте. Блин, ну теперь, наверное, уже понятно, да, кто это все делает? Вы посмотрите, то здесь... начинает писаться, ну, в принципе, опять же, ребят, что я вам рассказываю, сейчас вы все сами видите. Это вообще везде пишется, смотрите. Вообще везде пишется. Не-не-не, это жесть. Вы заметили, ребят, вы заметили, я только сказал, что Darknet ни разу не взламывал Playmarket, как сразу же здесь вот нас кинул на Playmarket, и, короче, сразу же здесь начал писаться какой-то страшный текст. Но, опять же, вот вы сейчас сами все прекрасно видите. Опять же, ребят, не буду делать пока посмешных выводов, давайте я сейчас просто это закрою, зайду, опять же, в Бравл, и... Вот, все, я зашел. И мы продолжим открытие, потому что... Ну, я до конца, опять же, не понял, что это сейчас было. Но это точно, конечно, не баг, потому что писались какие-то страшные слова. Благо, я их не читал, потому что я уже примерно понимаю, что там, да, от нас хотят. Но, тем не менее, окей. Все, мы, типа, закроем на это глаза. Давайте сейчас просто продолжим открывать, как будто этого не было, ребят. Потому что меня это действительно уже достало. Только я сказал, что Darknet ни разу не взламывал Playmarket, как сразу же...
они его, видимо, взломали. Ну, не знаю, окей, ребят, все. Типа этого не было. Давайте так, продолжаем. 57 уровень. У нас тем не... О! Вот только хотел сказать, что ни разу уже... Точнее, вот, ну, как бы с 8 сезона еще ничего не выпало, сразу же у нас вот мигает предмет. Ребята, прямо сейчас тоже спускайтесь ниже в комментарии и пишите, как вы думаете, кто здесь сейчас нам выпадет. Я, если честно, думаю, что выпадет какая-нибудь... Ну, какой-нибудь хром. Вот да, я за хром, а вы пишите, за кого вы. Сейчас посмотрим, кто из нас был прав. Раз, два, три. Чего, Лего? Блин, не, Лего я никак не ожидал, слушайте, но это очень круто, я скажу вам так, Лего никогда лишним не бывает. Хотелось бы все-таки выбить вот этого суперсекретного бойца, но это очень круто, давайте сейчас зайдем в бойцы, посмотрим, блин, ну это очень круто, слушайте, Лего получить, я серьезно очень рад. То есть вот, вы сами видите, у нас сейчас ворон, блин, не, ну кстати, на самом деле из Лег моя самая любимая это как раз таки ворон, то есть это очень круто. Так, 60, какой там, 62-й, что ли, был? А, 63-й, 66-й. Все, почти, почти, ребята, дошли до... О, опять! Чего? Бас? Бас, нам хром выпал, офигеть, ребята, ну круто, слушайте, круто. А это еще не мега-ящики, а здесь еще 50 сундуков, давайте здесь проскипаем быстренько сундуки. Чего, ворон? Стойте, так он же нам только что выпал. Это причем не очки на него, стойте, ворон? Так, я не понял, ребят, я не понял, что сейчас произошло, стойте, а 49-й сундук? Нам выпал сейчас второй раз ворон. А, стойте, давайте сейчас зайду в бойцы. Чего, ворон, с какого фига? А, чего? Смотрите, показывают, что у нас его нету. Бойца можно найти в ящике, в смысле, так я же его только что выбил, каким образом его нету, нам сейчас, ну, прям даже только что выпал второй раз. Что происходит? Блин, меня кто-то явно троллит, ребят. Опять же, пока не уверен, кто... 49-й. Так, 3. Опять мигает. Слушайте, только не говорите, что сейчас там будет опять ворон. Блин, но это не смешно. И сейчас опять же, смотрите, я захожу в бойцы, и его там нету, да, конечно же. Хотя, что, смотрите, я уже... Да, да, смотрите, опять же, в бойцах его нету, хотя первый раз, когда я заходил в бойцы, он был. Вы хотите сказать, что сейчас и в 48-м сундуке будет ворон? Давайте сейчас проверим, я нажимаю. Раз... Два. Опять мигает. Блин, не, ну, я уверен, что здесь ворон опять же, ребят. Я думаю, здесь даже гадать долго не надо. Давайте опять нажмем. Опять ворон. Понимаете, нам выпадает уже там какой-то четвертый, ну, третий, четвертый раз бравлер. При этом он не появляется в бойцах. При этом это Лего Ворон. И я вот прямо сейчас опять же, то есть, захожу в бойцы. И опять же, он сейчас... У нас в неразблокированных бойцах находится. Происходит какая-то полная жесть, и если честно, я не понимаю даже, кто это делает. То есть, давайте просто открывать. Опять три бойца, что, опять ворон? А, вот здесь уже не мигает, смотрите, неужели прекратили вот эту штуку делать? Ну все, окей, тогда открываем. Фух, все, тогда открываем. Не знаю, что это было, ребят, но явно кто-то прикалывается над нами. Ну типа, а что это еще? Я не думаю, что Брау так мог залагать. Не, если Брау лагает, то он лагает явно не так. Слушайте, а может быть это знак, что типа в скором времени нам выпадет новый суперсекретный боец? Кстати, кто знает, в принципе, возможно, это был знак какой-то, я, если честно, просто без понятия. Но самое главное, что я это сейчас все заснял на видео, самое главное, что это можете увидеть вы, в принципе, больше мне и не надо. Итак, уже 35-й сундук, ребята, сейчас мы быстренько откроем все эти большие ящики, потом я открою мега ящики, потом в крайнем случае я докуплю Brawl Pass, и я не знаю, блин, если мы его сегодня выпьем, то я тогда его куплю за, как бы, за деньги, да, то есть получается так. И у нас остается 9-й сезон, потому что прошлый у нас весь собран. Все, 9-й сезон. Сколько у нас здесь сундуков? Ну, здесь немного, да, здесь немного, здесь вот 21 сундук. Короче, ребят, сейчас я прервусь, задоню на Bravo Pass. Будем надеяться, что нам хотя бы там повезет. Итак, вот сейчас за 169 покупаю. Все, ребят, платеж мы выполнили. Прямо сейчас наш аккаунт залетает 170 гемасиков. Этого нам хватает на покупку платного Brawl Pass. Итак, погнали. Вот, да, активировать 13-х выгоды, кстати, там написано что-то было. Интересно, какая. Итак, все, я покупаю за 169 гемов Brawl Pass. Погнали. Точно хочешь купить Brawl Pass? Конечно, хочу. Все, ребята, я очень надеюсь, что сейчас хотя бы здесь нам повезет. Опять же, не уверен, но буду надеяться. Здесь, кстати, очень прикольный скин B800, по-моему, да? Очень такой роботизированный, а у нас здесь, как его там? Блин, ребята, я забыл, кого зовут. Булл. Да, вот Булл. 25 очков силы потом качнем, давайте 50 монеток возьмем.
50 монеток. Ну, кстати, сундуков здесь, опять же, будет у нас сейчас немного, но, тем не менее, надеюсь, что нам этого хватит, опять же, ребят, не знаю. Давайте прямо сейчас все спуститесь ниже в комментарии, ну, как бы, под ролик, и поставьте свои лайкосики. То есть, если вы сейчас все поставите лайкосики, я уверен, что нам выпадет этот суперсекретный боец. Если вы не поставите, то, конечно же, не выпадет. Я думаю, это должно сработать. Потому что это всегда работает, когда я вас прошу поставить лайкосики, вы ставите, и действительно мне кто только не выпадал. То есть я помню, мне выпадал сиреноголовый, Cartoon Cat, домоголовый, то есть, ну, в принципе, вы, ну, я думаю, кто из вас давно подписан на мой канал, вы это знаете. Сколько у нас мегаящиков? Давайте начнем с этого. Раз мегаящик, два мегаящика, и все, да? То есть два мегаящика. Блин, а нам этого хватит? Вопрос такой. Давайте попробуем. Итак, 5 бойцов, блин. То есть, один мегаящик, а если в магазе потом купить? Просто я реально... А, вон еще есть, смотрите, у нас еще здесь есть мегаящик, да? Офигеть, а, ну нормально, слушайте, у нас есть мегаящики. Все-таки есть мегаящики, надежду мы не теряем 5 предметов, блин. Неужели нам ничего не выпадет? Ну я вообще офигею, типа, неужели это просто был обман от Даркнета и все, и на этом я закончу ролик и ничего не получу. Ну что, ребята, погнали, последние 5 мегаящиков на этом аккаунте, если ничего из них не падает, то, блин, приходится покупать его за гемы. Но я куплю, ребята, да, я говорю, если не выпадает здесь, я его 100% докуплю. Получается, за огромное количество, на самом-то деле, денег. Это очень дорого, но я хочу снять крутой ролик, серьезно. Я хочу, из-за этого я задоню. То есть, ну, опять же, если сейчас здесь не выпадет. Если здесь выпадет, то, естественно, ну, как бы я, ну, донить не буду, потому что смысл мне донить, если уже мы его сейчас здесь получим. Я не знаю просто. Опять же, 5 бойцов. Ну, почему-то до конца нам не везет. И 2 мегаящика у нас остается. И я не знаю. Серьезно, я не знаю, ребят. Так, 3 предмета в большом. Раз, два. О, мигает! Чекайте, ребята, мигает этот... Ну, получается, в большом мегаящике последний предмет мигает. Но у нас, опять же, много бойцов нету на этом аккаунте. То есть, может быть такое, что сейчас просто выпадет какой-то боец. Не знаю, не уверен в том, что сейчас выпадет какой-то супер-боец. Я не знаю, блин, серьезно, а кто нам может выпасть? У нас очень много бойцов нету, очень много бойцов у нас нету. Я не уверен, что сейчас будет именно он. Блин. Опять ворон. Да что за приколы такие, типа? Сейчас, если здесь ничего не падает, то это полная жесть. Давайте я нажму. Смотрите! 6 предметов в последнем сундуке. Но я не верю, блин, я вот, я вообще уже не верю в то, что он существует в Брауле. Типа, да, в магазине он что-то висел, акция, но в бойцах его нету, есть только вот он в Play-маркете в описании. И сейчас я что-то не верю в то, что он нам выпадет, блин, в последнем сундуке на этом аке. Да, все мигает, блин, ребят, но я не верю. Ну и напишите опять же в комментариях, что нам выпадет по вашему мнению. По моему мнению, все-таки ничего хорошего это точно. То есть, я думаю, что он нам не выпадет. Я в это почему-то не верю, я вообще не верю в то, что он есть в Бравле. Фух, ребята, я долго тянуть не буду, я понимаю, что я уже затянул. Я не знаю, в общем-то, пожелайте мне прямо сейчас удачи, я сейчас закрою глаза. И вот нажму на эту мышку. И мы, в принципе, вместе с вами посмотрим, повезет ли мне сегодня, не повезет. Все, на счет 3 я сейчас открываю. Я не подглядываю, погнали, ребята. Вот я беру мышку, фух, погнали. Раз, два. Пожелайте мне удачи, ребята. 3. И все, нажал. Так. Чё? А чё за звуки? Так, глаза не открываю, чё за звуки? Чего? Блин, ребят. Хаги-ваги? Чего? В Бравле? Блин, ребят, я наслышан ну, вот об этом персонаже, но чего? Серьезно? А каким образом он в Бравле сейчас находится? Неужели они сделали какую-то интеграцию, что ли? Я не понимаю, как разработчики Brawl Stars добавили его в игру? Чего? Или же это не разработчики Brawl Stars добавили в игру его? Чего что происходит? Смотрите, Хаги-ваги, игрушка-монстр высотой в 7 метров. После эксперимента 1006 возненавидел людей. Одна из теорий считает, что в теле Хаги находится человек. Я, если честно, думал, что мне выпадет какой-то, ну, секретный бравлер, ну, как бы в виде бравлера. А здесь нам выпал Хаги-Ваги, но это точно не бравлер, за которого будут играть в Brawl Stars, я не верю. Хотя выглядит он очень
Ну, в принципе, крипово. Короче, ребят, я не знаю, но вы сами сейчас видите, потому что, да, запись, благо, у меня ведется, все снимается, я думаю, все нормально записалось, на что я очень сильно надеюсь. И посмотрите, то есть, Хаги-Ваги, игрушка-монстр. Причем я узнал об этом персонаже совсем недавно, и сейчас я его выбиваю в своей любимой игре. Слушайте, а давайте проверим. А акция у меня вот эта пропала. Сейчас я выхожу. Вот, все, мы его выбили. Смотрите, акция действительно пропала. То есть сейчас никакой вот этого никакого знака вопроса у нас нету. А если мы зайдем в бойцы? Смотрите, по-прежнему 52 бойца. То есть никакой 53 у нас не появился боец. А неужели я за него смогу поиграть? Я не верю в это. Я сегодня играл уже много игр. Да, его нету в бойцах, конечно же, блин, по старинке все они делают. Слушайте, но я ссылаюсь на то, что все-таки это не, ну, сделали не разработчики игры. То есть я ссылаюсь на это, ребят, опять же, вы сейчас можете спуститься ниже в комментарии и написать свое мнение. Как вы думаете, кто это сделал? Но я не поверю в то, что разработчики Браво загорелись, как бы, персонажем этим Хаги-Ваги и добавили его в игру, чисто из-за того, что он ему нравится. Если это было бы так, это было бы круто. Но я говорю, вот я в бойцы захожу, никакого здесь Хаги-Ваги, за которую я смогу поиграть, нету. Ну, просто он нам показался, и, видимо, на этом все, как бы, да. То есть, вот, последним, все-таки нам повезло. В последнем ящичке мы его выбили. А что, если я прямо сейчас зайду, получается, вот, где вот было написано про обновление, да? Давайте прямо сейчас сюда зайдем. Вот, я уже на этой странице, ребята, давайте посмотрим, что нового. Я нажимаю сейчас вот эту кнопку. Итак, самый страшный сезон уже на подходе. Новое испытание, жуткий модификатор. У нас эта надпись пропала, где было написано про суперсекретного бойца. Вы заметили, ребята? Прямо сейчас уже никаких помех нету, ничего нету, никаких лагов нету. Что сейчас происходило на протяжении всего ролика? Я не понял, короче, ребят. Но эта надпись пропала, вы сейчас это видите. То есть вот снизу сейчас ее там нету. Конечно, ролик получился очень интересным, я думаю, ребятки. Я думаю, я заслужил вашего лайкосика. Так что не постесняйтесь, поставьте лайкосик, напишите свое мнение в комментариях. Как вы думаете, что это вообще было? Если у вас вот эта надпись, да, страшная, вот в обновлении, ну как бы кому-то из вас, возможно, выпал, не выпал Хаги-Ваги, потому что я не знаю, серьезно. Возможно, он мне только одному выпал. Ну, я, короче, без понятия, в общем-то, почитаю ваши комментарии, так что обязательно пишите, все комменты пролайкаю, вот, и надеюсь, что узнаю что-нибудь новенькое, да, какую-нибудь информацию об этом Хаги-Ваги. Вот, ребят, в общем-то, на этом я прощаюсь, потому что, в принципе, мы все сундуки уже потратили, акцию уже не купить вот эту, потому что она уже пропала. Там, во-первых, минута была, когда я на нее смотрел, а во-вторых, я выбил Хаги-Ваги, то есть, в принципе, акции уже там нет из-за этого. Всем большущее спасибо за ваш просмотр, ребятки. Мы с вами увидимся в следующем ролике. Не забывайте ставить лайкосики, писать комментарии. С вами был сегодня Деп, ребятки. Всем пока.